Я хочу показать вам, как американцы тасуют карты. Это очень быстро и совсем по-другому, не так, как у нас. У меня, правда, уголочек, вот один-то у меня уголочек срезан. Эти карты мы получили... Ага, интересное кино. Эти карты мы получили в подарок в Вегас последний. Ну, попробуем. Вот заровняли уголочки, все ровненько у нас. Берем уголок. Нет, тасуется. Тасуется. Проехали. Вот они. Вот так вот у нас получилось. Все совместили. Взяли примерно четвертую часть снизу, положили наверх. Еще раз пополам разделили. Заровняли пальчиками. Все края ровненькие. Уголочками зацепились. Вот так вот у нас получилось. Это второй раз. И третий сверху берем. 4-5 частей. Перекладываем их наоборот. Заравниваем еще разочек, все пополам берем. Ногти длинноватые для тасовки, для такой. Но, тем не менее, идею поймать можно. Уголочки зацепили. Вот так вот у нас получается. Вот такая вот тусовка. Более 3 раз тасовать не надо. Ваши карты готовы к тому, чтобы играть и выигрывать. Успехов, тренируйтесь!